Артезианская скважина, водой из которой пользуется большая часть населения поселка, давно пришла в негодность. В прошлом году жители совместно с администрацией тир-отдела приняли твердое решение отремонтировать важный и нужный для людей объект. Разработали проект и успешно его реализовали. Общая стоимость работ составила более 550 тысяч рублей. По словам Екатерины Камельковой, начальника Ломоватского тир-отдела, подрядчик ответственный и объект должен быть сдан не позднее 25 сентября. Проделаны работы по проекту народного бюджета. Это сварена металлическая емкость, металлическая конструкция под емкость. И идет, как вы видите, сруб новой скважины. Дошел уже до половины. Соответственно, к этой скважине уже ЖКХ будет делать павильон, где забирают воду наши жители поселка. Этот проект не единственный, который удалось реализовать в рамках программы «Народный бюджет». Так, в начале лета в самом центре поселка была установлена новая детская площадка. Здесь оборудован детский и спортивный игровой комплекс, большая лиана и карусель. Есть скамейки для отдыха. Стоимость работ составила порядка 750 тысяч рублей. Активное участие и помощь в сборе средств принимает ветеранская организация «Ломоватки». Участвовал во всех акциях, вот, которые бывают у нас. Народный бюджет, вот мы все обязательно участвовали. Вот сейчас деньги вкладывали, площадка детская. Вот была акция, мы участвовали в памятнике Анатолию Глоскову в Великом Устюге. Делали благотворительный концерт и собрали денежки. Вот там тоже мы принимали участие. Ну, во многих акциях принимаем участие. Вот. Так что мы без дела не сидим. Стоит отметить, что ежегодно в Ломоватке проходят масштабные ремонты. Население активно участвует в различных акциях, программах и проектах. Пока людям не безразлична судьба своей малой родины, она будет жить и процветать. Елена Павлова, Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».